Всем привет, с вами Ауру и Матвей. Мы решили сделать глобальное продолжение. 3, 2, 1. Шесть! Это 6, ребят! По 2000 гемасов. Давай все деньги на сундуки потратим. 7! Всем привет, с вами Аурум и Матвей. Вы помните этого парня? Прошлый ролик набрал сумасшедшее на данный момент 3 миллиона просмотров, невероятно большое количество лайков. Это, на самом деле, это рекорд на моем канале. Поэтому мы решили сделать ответочку такую, можно сказать, продолжение, причем более глобальное, чем вы видели до этого. Это будет битва сундуков. Ну и, кстати говоря, сейчас в Украине объявили карантин, поэтому к Матвею в школу я не еду, слава богу. Вот. Но сегодня будет вообще невероятно мощно. Ребята, прямо сейчас прожимайте лайк, прямо сейчас подписывайтесь на канал. И если это видео точно так же хайпанет и наберет больше просмотров, я уже придумал кое-что еще более грандиозное, еще с большим экраном. Поэтому лайк, подписка. Ну и по ссылке в описании найдете канал Матвея. Он у нас известный футболист, так что тоже подписывайтесь обязательно. Ну и что, поехали, ребят. Поехали. Окей, ребят, у нас есть два абсолютно свежих и новеньких аккаунта, на каждом из которых вы видите по 2000 гемасов. Мы взяли один большой наш, я не знаю, как монитор. Сказать. Монитор, iPad, и разделили его на два маленьких. То есть мы реально вот можем, например, зайти в бойцы. Давайте я покажу на... Ну ладно, давай, Матвей, ты тоже. Вот заходим в бойцы. Единственный момент, теперь ты не выйдешь отсюда, поэтому давай я тебя подсажу, ты закроешь, потому что... Теперь я... Найс. Ну, короче, вы видели, это абсолютно чистый аккаунт, и здесь вообще абсолютно ничего нет. Окей. Поэтому идея какая? Кому больше выпадет бравлеров, тот и победил. И круче бравлеров. И круче. Ну, да. Лего опять я выбью, потому что я созвонился с ссылкой, сам понимаешь. Ну что, ты готов? Поехали. Блин, это реально достойно лайка, поэтому ребзы прямо сейчас залайкайте. И, кстати, планшет сейчас почему-то намного меньше, и можно листануть до самого конца и увидеть промокод Аурума. Давай. Ну, это вы знаете, что с этим надо делать. Да. Вы выводите и получаете лего. Окей, возвращаем на мегаящики. Найс. И самое ответственное. Ну что, готов? Да. На три. Давай. 3, 2, 1. Найс. Давай. Так, у тебя чуть дольше думает. Что там, два? Два предмета. А что, кстати, да. А что за два? Вы когда-то видели два предмета с мегаящиком? Может, ну, когда прокачанный аккаунт очень. Да. Опа! Оп, ну, нажимай! Блин, жаль. Фу, у меня роза. Отличненько. No, God! No, God, please, no! No! А, давай синхронно попробуем. Да, сразу да. Давай, так, класс. На 3, 2, 1. О, еще можно маленькие ящики. Поехали. Так. Есть. 3. Так, 3, 2, 1. Да! Да. Это какой-то боец. Ну, я надеюсь, опять бы, да, с экрана. Надеюсь, это какой-то хороший боец. А, блин, у меня нет, у меня вообще пусто. А, у меня тоже стало. Ну, ладно. Окей. Я еще буду спиной, так удобнее просто. Давай следующий. Так. Я реально хочу, чтобы выпало одновременно как-то. Давай. И раз. Готов? Да. Так. О! Три! Да! Да, все. Это какой-то предмет. Что это? Только синхроненько. Да. Раз, два, три. Горит, горит. Раз, два. Два. Три. Найс, ну блин, это просто ради этого. Вот мне да. кажется, я больше сейчас радуюсь, чем когда лего выпадает, потому что они одновременно да. падают, это так круто. Вы когда-то вообще видели в таком большом масштабе эту всю историю? Окей, поехали. Это два редких бойца. Под конец уже будет нормально. Как ты думаешь, выпадет что-нибудь там, эпик какой-нибудь? Ну, может быть, но это под конец, наверное, потому что сейчас самые плохие выпадают. Да фиг с ним плохие, зато прикинь, в таком масштабе они выпадают.
3. 2? Блин, у тебя есть бравлер? Да не, у меня же уже 3 Уэза. Не. Серьезно? Не. Не все так просто. Не, ну я не настолько злой, но, блин, ну это соревнование. Ничего личного. Погнали, я тебя жду. Так, и... Хоба. 4. 3. Что это? Ну, я знаю, по-любому что-то есть. Да. У меня ничего нету. Не, у меня тоже что-то есть. Да ладно. А как? Почему у тебя 3? Я не знаю. У тебя тоже что-то есть? Давай, на счет 3. Раз, два, три. О, тоже сверхрезкие. 2 сверхрезкие. А это, кстати, первая сверхрезкая. Да, первая. Блин, ну это бесценно, когда они падают на меня. Мне будет смешно, когда 2 одинаковых. Будет офигенно, когда нам выпадет что-нибудь такое, знаешь, типа эпика. Интересно, да. Так, 4. 4. Не, не факт, у нас уже... Я, блин, не очень разбираюсь, на самом деле, в этих четверках. Я знаю, что когда 6, это лего. Ну или около. Да, у меня есть. Блин, у меня нету. У тебя сейчас будет плюс 1. Это плохо. Ну, блин, все равно у тебя... Я пока впереди. Да. 15 геймов. Ну, ребят, в прошлый раз, как вы понимаете, выиграл все-таки я. Поэтому сегодня у Матвея есть шанс реванша. Давай. Ну, а мне кажется, сейчас у меня будет бравый по-другому. Не-не-не. Да. Давай, 4. 6! Это 6, ребят! 6! Это 6! Это 2, наверное, бравлера. Блин, это по-любому. О, капец! Я в шоке. Прямо сейчас лайки, подписку, переходите на канал Матвей и подписывайтесь. Я в шоке. Так, давай я тоже буду параллельно открывать. Я параллельно открываю свой и смотрю только... А, нет, один. Не, у меня один. Ну, ничего страшного. А как 6 вообще могло быть? Фух, так... Да, нет, Дэрил, да. Я пока выхожу вперед. Блин, у него уже на 2 больше. Надо догонять. Так, сколько у нас там гемов? Нас? Ну, мы буквально... 1400. Да, у меня больше 1000. 1400 только потратили. Нет, у тебя на 1 больше. Еще много. Так, погнали. Сейчас у меня грузится. Итак, 5. Давай. У меня 5. Но это не боец. Это 3. 5 это боец, по-моему. Да? У тебя 3. Я думаю, еще да. Не знаю. А, если... нет, у тебя уже есть 5 бравлеров. Да, у меня уже есть 5 бравлеров. Это у меня 4 было. Это, да, не, у тебя 3 было даже. Даже 3? Да. Окей, мне подсказывают 3. У тебя тоже сейчас будет стоять. Да! Все, давай, на счет 3. Раз, два, три. Я подумал, что они одинаковые. Это офигенно. Видно, что у тебя планшет чуть медленнее работает. Да, ну, ничего, нормально. Поехали. Окей. Пока неплохо идет. У тебя на 2 больше, правильно? Да, на 2. У меня 4, у тебя 3. Я даже не знаю. Ну, у меня вряд ли будет предмет. И у нас и так достаточно большого, пока бы выпадало. Предлагаю где-то на 1000 гемов посмотреть, сколько у нас всего бравлера осталось. Угу. Так. 5. О, 6! О, у тебя боец! У меня может быть тоже. Не, у меня вряд ли. Кстати, когда на новых аккаунтах открываешь, очень часто бывает по 2, по 3 бойца в одном сундуке. У меня нет. И? Да, у тебя сейчас есть. Только интересно, что это будет. Роза. Но я на 1 боец, у меня больше. Да. Левый. 4. Все, левый второй. 5. Да и, ну, не знаю. Да нет, вряд ли. Итого 1150. Ну, мы можем еще один открыть. У меня 1160, мне 2 еще можно открыть. 5. 5. Ну, вряд ли боец какой-то. Я еще могу один открыть. Давай. А ты уже не можешь. Нет, я тоже могу, у меня 82. О, у меня 97. Ну, я, да, давай. Короче, последний. Фух. Давай. Ну, 5. 4. Блин, когда-то будет вообще? Ну, может быть. Праздник на моей улице. Давай проверим по бойцам. И у тебя тоже быстро. Да. Мне проще прыгнуть, чем тебя подсаживать. О, у нас... А, так все, здесь и так видно. У меня 5, у тебя 6. Да, ну, да, в принципе. Это хорошо. Ну, пока Матвей выигрывает, но... Пока что. Половина игры впереди. Да. Возвращаемся в магаз.
Я хочу, если честно, Лего. А, еще такой момент. Да, что? Ради чистоты эксперимента я бы не покупал здесь просто готовый бравлер. Давай все деньги на сундуки потратим. Ну, если нам уже ничего не выпадет. Давай, гоу. Три, два, один и шесть. Пять. По-любому будет сейчас шесть, стопудово. Не знаю. Давай быстренько прокласаем. Готов? Да, у тебя должно быть прям. Что, у тебя багает? Да, багает. Сейчас должно быть прям шесть. Три, два, один. Пять. Шесть. Да. Блин, почему? Слушай, а давай так. А давай я пока не буду открывать, прокликивай. Окей. Мы сейчас зачитерим, я хочу увидеть 6 одновременно и хочу выбить что-то одновременно. Да? Ну, сорян, сорян, ребята, на такие читы. Давай, давай, давай. В смысле, не везет, ты пока выигрываешь вообще-то. Давай. Я тебя жду. А, ну-ка, 6. Блин. Ладно, давай еще один. Че, должно быть 6, я прям... Главное, чтобы у меня айпад без действия не погас. Ничего пока. Все. Давай еще. Я просто хочу увидеть одновременно два айпада и на них шестерочки, ну пожалуйста. Там четыре. Да ладно. Что за фигня? Илка, успокойся. Это такая удача. Что тебе Матвей сделал? Я понял. Давай еще один, и давай, ты откроешь. Ну давай, ну. Шестерочки. Илка, ну давай, на конце. Левый еще. Так. Не, все, извините. Ладно, открываем. Давай, ладно. Угу. А спорим, вот на следующем у тебя шестерка будет? Не спорим, окей. Так, и так, что это? Да, это не Лего, это не Лего. Ну, причем Карл у тебя уже падает. Да, у меня вот, только. Чувствую, нужно будет на этих аккаунтах делать реваншик, поэтому... Да, давайте так, ну, я не знаю, я никогда этого не говорил, но судя по последнему видосу, я могу сейчас это сказать. Набираем 100 тысяч лайков на этом видео и делаем реванш на этих же аккаунтах. И вероятность, что будет падать Леги, она просто космическая, потому что мы сейчас и так уже кучу всего открыли. Все, сейчас, маги. Так, у тебя 6. 100%. Ага. 5. А, нет. Нет, не все так просто. Окей. Хорошо, давай просто прокликиваем. Пять. Что-то тебе вообще не везет. Хотя мы сейчас сравняли счет. Да, у нас одинаковое количество. Да. Готов? Да, да. Я уже... А, ты уже? Я. Я жду. Пять. Да ладно. Блин. Не везет просто. Не, у нас еще есть шанс. Ребят, если мы в этом выпуске не выполним вот эту тему с двумя шестерками, то обязательно сделаем это в следующем ролике. Я не знаю, у меня навязчивая идея увидеть на таких больших планшетах две шестерки. Так. Так. Готов? У тебя сколько? 442, у меня 600. Ну да, просто я тогда подряд открыл больше. Пять. Пять. Блин. Ты ничего не падаешь. Давай, просто прокликиваем. Честно, у меня рука затекает. Пользуясь случаем, передаю привет своему тренеру, спасибо. Левый сейчас, левый. У меня в прошлый раз, в прошлом ролике сработало. Да? Да. У меня правая, давай. 6! Сработало, левая работает, хорошо, люди. Хорошо, меня, жди, подожди. Хорошо, хорошо, я делаю. Ну, типа, воспользоваться этой темой, и мы как раз сравняемся по количеству гемов. Давай. Левая работает, просто. Пробуй левый, левый, левый. Так, колено. Хоп. Нет. Ладно. Тебе... А сколько ты, два или три раза, да? Да, три я открывала. Получается еще два у тебя. Да, у меня еще два. Ну, шестерочка. Давай. Так, давай, давай, давай. Шестерочка, шестерочка. Давай, давай, давай. Ну, давай. Блин. Ну, у тебя еще есть. Здесь это может серьезно прям выпасть. Прикинь, две леги вот так. Да, вот так вот, бабам. Там же ролик, наверное, длится часа полтора. Так, давай. Последний. Да, ну, блин. Ладно, я открою. Давай еще один. Ладно, давай, еще один, еще один. Главное, чтобы у тебя без действия не погас игра. Да. Давай, давай. Все, последний, ребят. Лайк. Кто-то из вас явно не подписался и не прошел лайк. Вот сейчас, вот смотри, вот эксперимент. Ты прямо сейчас ставишь лайк и подписываешься, и вот сейчас будет там число 6, а завтра просыпаешься, и у тебя Лего. Да. Самый простой байт, но он работает. Вот проверь. Да, да.
Ты не подписал там просто. Ну да, я не подписал. Ладно, давай, открывай. Прикиньте, у Матвея Лего, я офигею. Да не, 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 не. На чем мечтать? Всякое бывает, знаешь. Опа, стой! Стой! У тебя реально? Пятерки, да. Оу, я поспешил чуть-чуть. Давай. Нормально, нормально. Да, ну, в принципе, зато у нас поровну. Да. А, у тебя сколько писалось? У меня 3 из 4. У тебя это не заметил? У меня тоже. Не, наверное. Да, у меня 3 еще выбил. Я Рику выбил, а, ну да, Дэрила и Карла. Одного этого не было. Так, итого у нас остается на самом деле буквально 2 сундука. У тебя, если у тебя по ручке. У меня чуть больше. У меня чуть, ну ты из Польши. У меня 3 еще, наверное. 7! Это пушка просто! 7! У меня 2, наверное, бойца. Вообще, не, ну я видел эти кликбейтные приемы, я не думал, что в жизни. Да ладно, на самом деле я знаю, что это реально, но я такого давненько не видел. Да, ну... Давай подожди меня тогда. Хорошо, давай, может последний. Ой, я вроде... Блин, Карл! Я... No. Я просто не знаю. Я сейчас просто... Капец. Ну, я так чувствую, у тебя шансов есть? Нет. Если у меня сейчас на этом сундуке ничего не будет... Да, то все, я, наверное, выиграл. Фух. Так. И... Да. Конечно. Ладно, давай, открывай. Фух, это должно быть что-то хорошее. Два каких-то бойца. Кстати, если тут два бойца, угу, это по-любому один, возможно, сверхредкий, а один какой-то выше, то есть это эпический, да, либо мифический. И либо легендарка. Ну. Это Пенни. И это, Пенни. И это либо эпик, либо, да, мифик, либо... это будет жестко. Давай. Ребята, это Пиа! Хорош. Это капец. Тебе это все. Разгром, реально. Это разгром. Ладно, давай я свои немощные опять открываю. 7! Это просто жесть. У меня еще есть, кстати. Давай, давай. На 2. Да, еще открываем. Я ничего не выпал в этом. Да можешь уже не открывать, просто смысл. Я почему есть смысл. Может быть, что-то еще выпадет. Так, у меня еще на один сундук. А, на один. Кстати, ты гема больше нафармил, по-моему. Тебе больше гемов нападало. У меня 21 гем. Да, у меня по 15 штук выпадало. И это просто бам. Давай выйдем сейчас. Главное не развалить. 9. 9. Тебя против 7. Это просто капец. Ребят, короче, это было максимально эпично. Мы так и не увидели 2 шестерки. Мы выбили только один эпик. Если этот формат вам заходит, еще раз, прямо сейчас набираю, ставим лайк, набираем соточку 1000 лайков. Это какая-то колоссальная сумма, но под прошлым видео мы, по-моему, набрали 250 тысяч или что-то. 300 тысяч, я уже смотрел. 300 тысяч. Да, 300. То есть, ну, я думаю, вы сотку сможете отгрузить, и тогда мы сделаем реванш на этих планшетах. Да. У меня еще есть как минимум 2 грандиозных идеи. На экранах немножечко, может, даже побольше. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте подписаться на Матвея. Да. Просто понабивать, не знаю, позабивать. С вами был Лаура и Матвей. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Удачи.